Вот так, короче, люди ночуют в машинах прям. Доброе утро! 5 сентября, второй день нашего автопутешествия. Отель кафе Виктория, 352 километр автотрассы Сызрань-Самара-Саратов, около поселка Сергеевский. Смотрите, что я утром увидел. Какой замечательный кросс-хэтчбэк разработал АвтоВАЗ. Ну, я так понимаю, при содействии какой-то фуры либо трактора. Потому что так вмять задницу, это надо еще умудриться. Луговская заправка. Сейчас я вам покажу небольшой рум-тур по отелю. Напоминаю, что отель у нас двух видов, за 1500 и 2000. За 1500 у нас с удобствами на, хотел сказать, лестничной клетке, но нет, это не лестничная клетка, а просто на этаже в предбаннике. То есть и зубы почистить, и ночью в туалет сходить, все это надо будет ходить по коридору. За 2000 номера уже намного получше, в которых мы останавливались. Вот, сейчас я вам покажу, расскажу. Так. Даже прачечная, если нужно было постираться на ночь. Туалеты. Это номера за 1500 рублей. Просто двуспальная кровать. Но здесь две односпальных. Второй этаж. Номера категории плюс 500 рублей. Вот такие. Ну, в нашем номере три кровати, у нас чуть-чуть посвободнее. Однако же. Доброе утро всем. Телевизоры тоже не хотел, в двух местах выведены розетки. Санузел такой не тесный, не просторный. Душевая. Ну вот так вот выглядит номер 4 автопутешественников. Доброе утро, детишки. Вот я говорил, розетка. Раз, розетка 2, а телевизора ни одного. Дети вставать будете? Мяу! Аф-аф, вставай! Аф-аф, вставай! Мяу! Чуть не забыл рассказать про наш номер, что окна выходят, скажем так, во двор относительно. И тут очень тихо. То, что из рядом федеральной трассы, ночью я не вспоминал. К счастью. Воздух свежий, спится хорошо. Да. Всем рекомендую. Дамочка. Только тронулись от нашей гостиницы. Смотрю новости, свежие повреждения Навального. Участок дороги с реверсивным движением надо было вчера ночью проскочить, конечно. Значит, был порядок меньше. Ну, пробка по навигатору 20 минут пока стоит, я не думаю, что это отлично. Да. Оп! Сильней. А? Все. Нормально. Нормально, нормально. Сколько литров заправляем? 35, давай забьем. Сейчас, пацан. Да? Получилось? Да. Все? Хорошо, заправ. Всем доброго утра. Проехали Камышин. На юг пейзаж изменился. Выжжены
Черная земля. Попробуем опросить в зале Алекса Терштейн. Котель 1900 дорогу.